сегодняшнего дня и каждую субботу я, Олеся Кайряк, и мои коллеги с Центрального телевидения будем рассказывать вам о главных событиях минувших 7 дней в Молдове и мире. Здравствуйте. И вот основные темы уходящей недели. Расследование кражи века. Продолжение. Далее поговорим о работе специальной парламентской комиссии, новых версиях рапорта Кролл и новых заявлениях о том, как все происходило на самом деле. Бетон дает трещины? В альянсе Акумпас-РМ уже появились первые разногласия. Что не поделили заклятые враги в одночасье, ставшие союзниками? А вот им не до большой политики. Жители обрушившегося дома в атаках до сих пор не получили от властей ни ощутимой помощи, ни нового жилья. Наш спецрепортаж о том, в какой ситуации оказались жильцы разрушенного дома. Шокирующий случай. 11-летний ребенок погиб, заразившись бешенством от бездомной собаки. Обстоятельства трагедии до сих пор неясны. У новой молдавской политической элиты новая забава – поиск миллиарда, который вообще-то не миллиард, а почти вдвое меньше. Но ведь власть живет не по фактам, а по броским газетным заголовкам. Так называемые поиски, так называемого миллиарда – афера, сопоставимая только с воровством этих денег из банковской системы. Хотя бы потому, что сами искатели открыто заявляют, что деньги вернуть невозможно, ну разве что процентов 10. Это уже не театр абсурда, а цирк абсурда, поскольку клоуны бегают по замкнутому кругу, отчаянное дело вид, что, наворачивая круги, пытаются разглядеть на затоптанном манеже следы украденного миллиарда. Особое место в этом представлении занимают иллюзионисты. Это и усатые, достающие почтовых голубей из цилиндра, и наследники Гудини, Филат и Платон, которых стало как-то слишком много в медийном пространстве. Один с самым полным изданием отчета Кролл 2, двое других с собственными версиями банковского мошенничества. Естественно, по этим версиям ни Филат, ни Платон к краже не причастны. Цирк, он и есть цирк. Мельтешение, ужимки, трюки, мишура, блестки, а в конце смех. В данном случае смех сквозь слезы. Итак, одна из главных тем, обсуждаемых в эти дни в политических кругах – расследование кражи века. Как было объявлено на днях, отчет о мошенничестве в банковской системе Молдовы будет представлен в августе. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по расследованию Александр Слусарь. По его словам, до этого времени будут установлены другие важные хронологические детали. Слусарь также отметил, что расширенный отчет Кролл-2, неожиданно появившийся в СМИ благодаря лидеру нашей партии Ренату Усатому, не попал в секретариат парламента. И, соответственно, говорить о его правдивости он не может. По словам Александра Слусаря, до конца лета комиссия по расследованию банковского мошенничества подготовит отчет, основанный на данных, собранных начиная с 2011 года. До этого времени люди, которые ранее принимали участие в принятии определенных государственных решений, будут вызваны на слушание. Я имею в виду некоторых депутатов нынешнего парламента, бывшее руководство Национального банка Молдовы, Юрия Лянка и других лиц, которые юридически принимали определенные решения, продвигали определенные идеи, не действовали тогда, когда должны были действовать. Александр Слусарь заявил, что версия доклада Кролл-2, представленного бывшим примаром Бельц Рената Усатым, еще не дошла до секретариата парламента. Однако правовые учреждения должны выяснить, как документ попал в руки Усатого, а также установить его правдивость. Голубок пока до нас не долетел. Ни голубок, ни ворона, ни любая другая птичка не прилетела к нам. В секретариат не было подано никаких документов. Это было лишь то, что опубликовали СМИ. Мы загрузили этот документ и представили Генеральной прокуратуре то, что было опубликовано, сопроводив двумя вопросами. Является ли этот документ подлинным и как произошла утечка информации? До сих пор члены парламентской комиссии по выяснению обстоятельств банковского мошенничества заслушали бывшего министра финансов Вячеслава Негруца и бывшего председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионице. Стоит отметить, что Генеральная прокуратура еще не обратилась к депутатам с просьбой проверить, как лидер нашей партии Ренат Усатый получил копию отчета Кролл-2, а также установить подлинность документа. У прокуроров нет данных об утечке информации, заявил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры. Однако руководитель специальной парламентской комиссии по расследованию банковского мошенничества Александр Слусарь предположил, что отчет Кролл попал к Усатому от Плохотнюка. По нынешним временам настоящая черная метка. А это значит, что мельтешение лидера нашей партии не было оценено новой властью.
Проще говоря, правящая коалиция не хочет иметь Усатого ни в союзниках, ни в попутчиках. Ведь он так старался доказать им свою полезность. Не вышло. И было бы странно, если бы у него получилось. Социалистическая часть правящего альянса никогда не простит Усатому многолетнего глумления над Дадоном, а правые – издевательств над Филатом. Между тем, Филат превратился в настоящую телезвезду. Сразу два провластных телеканала взяли у экс-премьера, отбывающего срок за коррупцию, огромные интервью, в которых он рассказал, что ни в чем не виноват. Общество, судя по уничижительным комментариям в социальных сетях, Филату не поверило. Но смысл его появления на публике одновременно с отчетом «Кролл-2» был абсолютно в другом. А именно, сформировать информационный фон для запуска процесса освобождения Филата из-под стражи. И вот подтверждение. Случилось чудо. Беспомощная, для всех очевидная ложь Филата нашла живой отклик у председателя парламентской комиссии по расследованию банковской кражи Александра Слусаря. В то же время самой Генеральной прокуратуре отметили, что не комментируют заявление с политическим оттенком. Александр Слусарь отмечает, что единственная новая информация, прозвучавшая в интервью Филата, это рассказ о заседании накануне принятия решения о предоставлении госгарантии, на котором присутствовали Филат, Лянка, Корман, Плохотнюк и Ералов. Остальное уже было известно. Слусарь также объявил, что Рената Усатый, Влад Филат и Вячеслав Платон могут быть приглашены на слушание комиссии по расследованию. Депутат от блока АКУМ заявил, что в августе будет подготовлен обширный отчет, хронологически отражающий ситуацию в банковской системе 2011 года. На этой неделе на слушание в комиссии был повторно приглашен бывший спикер парламента Игорь Корман, который не явился на прошлой неделе. Далее планируется заслушать экс-премьера Юрия Лянка, депутатов нынешнего парламента и представителей бывшего руководства НБМ. Между тем, куда более компетентные и куда менее заинтересованные источники не оставляют от откровений Филата камня на камне, вопреки готовности Слусаря воспринимать их за чистую монету. Комиссия по расследованию банковского мошенничества допускает ошибку, когда рассматривает события 2013 года с позиции 2019, заявил экс-министр экономики Валерий Лазар на заседании экономического пресс-клуба, которое состоялось 17 июля в Кишиневе, сообщает экономика.мд. Валерий Лазар говорит, что трудно даже помыслить о том, что кто-то приватизировал бы банк только для того, чтобы его обанкротить. Какому здравомыслящему человеку могло прийти в голову, что кто-то придет и убьет собственного ребенка, задается вопросом Валерий Лазар, который уже был заслушан парламентской комиссией по расследованию банковского мошенничества. «Я сказал членам комиссии, что надо копать глубже, потому что Шор не мог быть инженером всей этой конструкции. Я полагаю, что даже в момент приватизации банка Диэкономии и концессии аэропорта Шор не знал, что его ждет». Бывший министр экономики говорит, что приватизация должна была помочь залатать огромную дыру, которая уже тогда была в счетах государственного банка. В конце 2012-го у банка Диэкономии были непогашенные кредиты на сумму 1 400 миллионов долларов. К ним прибавились залоги, которые не представляли ценности на 600 миллионов леев. И таким образом получилось 2 миллиарда. Но я совсем не думаю, что организатором всей этой эпопеи был Илон Шор. Валерий Лазар также заявил, что приватизация и банкротство банка Диэкономии не были частью крупного плана, разработанного до 2014 года. Я никогда не верил в теорию заговора, и я думаю, что события должны рассматриваться поэтапно, сказал Лазар. В заключение экс-глава Министерства экономики отметил, что всех кредиторов нельзя рассматривать под одним углом, потому что в 2008-2009 годах произошел мировой кризис, из-за которого многие, даже честные кредиторы, не смогли вернуть долги. А далее последовали российское эмбарго и кризис в сфере недвижимости. Напомним, ранее вице-председатель политической партии Шора, депутат Марина Таубер, заявляла, что еще в 2008 году было известно, что некоторые кредиты не погашены перед банком Диэкономии, и финучреждение находится в тяжелом положении. Первым об этом заговорил Илон Шор в 2015 году, когда занял пост председателя Совета директоров. По словам Марины Таубер, несмотря на то, что к тому моменту он занимал должность всего 8 месяцев, он пытался навести там порядок. Однако, судя по всему, члены комиссии Слусаря ничего выяснять не собираются. У них, по всей видимости, другая цель. Об этом уже не раз говорили многие эксперты. Найти стрелочников и спрятать подлинных инженеров, как выражается Валерий Лазарь, этой мошеннической схемы.
К слову, чем дальше, тем серьезнее подозрение в том, что примерно ту же цель преследовала компания «Кролл». Ее неоднократно ловили на выполнении заказных расследований. Не раз и не два вокруг деятельности «Кролл» вспыхивали скандалы, в том числе политические. Если вспомнить, что «Кролл» нанимали ближайшие соратники осужденного Филата, многое становится ясно. Но ведь следует вспомнить и о том, зачем нанимали «Кролл». Финалом этой истории должен был стать триумфальный возврат украденных средств. Именно за это, а не за что-то другое, Молдова должна выплатить американским детективам их заоблачный гонорар с 6 нулями. Пока что мы видим только беллетристику с кучей фактологических ошибок. И напомню, уже объявлено, что деньги в полном объеме вернуть невозможно. Средства немного возвращаются в бюджет, но только «Кролл» тут абсолютно ни при чем. Итак, после мошенничества в банковской системе погашено чуть более 2 миллиардов леев из сумм выданного срочного кредита. В основном погашение произошло за счет продажи имущества банков. Что касается возврата активов, выведенных из страны, оттуда не поступило ничего. Об этом сообщил председатель Национального банка Октавиан Армашу, представляя на парламентской комиссии отчет о деятельности НБМ за прошлый год. Вопросы о возврате средств задали на парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, которая заслушала отчет по работе Нацбанка. Если говорить о ситуации на данный момент, то погашено 2 миллиарда 274 миллиона леев. Эта сумма частично поступила от погашения старых кредитов, ликвидации активов банков, таких как офисы, и от исполнительных листов. До сих пор из выведенных за пределы страны активов ничего не поступило. Деньги не вернулись, а в остальном в Молдове просто замечательная ситуация, следует из отчета. После банковского кризиса, как заявил Армашу, национальная валюта смотрится очень даже неплохо. По факту, за последние годы молдавский лей значительно больше укрепился, чем валюты наших партнеров. Октавиан Армашу заявил о снижении уровня неблагополучных кредитов. Так, если в 2017 году таковых было 18,5%, то к концу прошлого года 12,5%. А государственный долг, наоборот, вырос на 350 миллионов леев. Теперь Молдова должна иностранцам уже 52 миллиарда. Несмотря на это, сам Армашу высоко оценил достижения Национального банка за прошлый год. А после имплементации ледя новые. Принят новый закон о предотвращении отмывания денег, финансировании терроризма и борьбе с ним. Создан единый центральный депозитарий, усовершенствовано законодательство о платежных системах. Среди планов на будущее Армашу прежде всего обозначил сотрудничество с МВФ. Также глава Нацбанка рассчитывает с помощью изменения законов получить дополнительные инструменты для поддержки стабильности банковской системы. А в долгосрочной перспективе Нацбанк планирует развивать платежные системы в Молдове. Возвращаясь к разбирательству по банковской системе Молдовы, заседание апелляционной палаты Кагула по делу Илона Шора перенесено. Прокурор Андрей Баешу сообщил, что в прокуратуру поступило уведомление о том, что один из судей заболел, а значит, заседание не состоится. Таким образом, апелляционная палата должна будет рассматривать данное дело на следующей неделе, 25 июля. Напомню, что ранее партия Шор в своем пресс-коммюнике заявила, что лидер политформирования, председатель партии, руководитель парламентской фракции Илон Шор всегда действовал в рамках закона, всегда тесно сотрудничал со следствием и обязательно докажет свою невиновность. Между тем, пресловутая деолигархизация, ради которой представители зарубежных держав объединили в одну коалицию принципиальных идеологических противников, становится похожей на сказку про белого бычка, в которой нет ни начала, ни конца. Новые власти увольняют чиновников пачками, но лишь для того, чтобы посадить на их места своих людей. Система переименовалась, но, по сути, не изменилась. Прошло около полутора месяцев после смены власти. Это были полтора месяца нескончаемого митинга. Много эмоций, но как-то подозрительно мало фактов. Классический парадокс. Неписанные законы революционного времени против юридических норм. Жажда мщения против правовых процедур. И в этой связи риторический, но такой актуальный вопрос. Можно ли построить на логике беззакония функциональное правовое государство? К слову о законах. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам не расследует никаких уголовных дел против экс-лидера Демпартии Владимира Плохотнюка. Об этом 15 июля представители ведомства сообщили в ответ на запрос некоторых СМИ. В 2017 году в прокуратуру обратилась лидер партии «Действие и солидарность», нынешний премьер-министр Майя Санду. В своем обращении она пожаловалась, что Плохотнюк узурпировал власть в стране.
Прокуратуре, однако, отказали в заведении уголовного дела, объяснив это тем, что в действиях Плахотнюка нет состава уголовного преступления. Недавно депутат партии социалистов Григорий Новак заявил, что, по его информации, против Плахотнюка открыли дело в Швейцарии. Однако в прокуратуре этой страны это заявление опровергли. Продолжаем выпуск и перейдем к другим темам. Для начала о молдавской политике с иностранным акцентом. В среде молдавских правых принято считать, что наиболее эффективным революционным реформатором был экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Этот миф настолько крепок, что его не может опровергнуть даже тот очевидный факт, что и в Грузии, и в Украине любитель полакомиться собственным галстуком оказался, по сути, не удел. Саакашвили придет, порядок наведет. Таков девиз правительства Майи Санду. Встретившись в киевском аэропорту Саакашвили, Санду уверенно обещала вверенному народу грузинские реформы в его эксклюзивном исполнении. Все уже приготовились к новому витку борьбы с мифическими русскими танками. Но тут выяснилось, что это тот самый случай, когда «без меня меня женили». Михаил Николузович ведет бурную политическую борьбу сразу в двух странах – Грузии и Украине. На Молдову его не хватит. Боливар не вынесет троих. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен ехать в Молдову для участия в реформировании системы юстиции. Несмотря на то, что Майя Санду заявляла, что договоренности с Михаилом Саакашвили и другими экспертами достигнуты, а вопрос только в том, когда Молдове удастся получить внешнее финансирование для оплаты их работы, экс-президент Грузии в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что он не намерен возглавлять команду реформаторов в Молдове. Саакашвили считает, что некоторые представители его команды, возможно, и поедут в Молдову, но он этого делать точно не собирается. По словам экс-президента Грузии, ему предлагали даже возглавить кабинет министров Молдовы в свое время, на что он также ответил отказом, потому что не считает себя премьер-министром по вызову. По словам Саакашвили, он намерен оставаться в Украине и заниматься там борьбой с ворами. Ранее премьер-министр Молдовы Майя Санду объявила, что Михаил Саакашвили может посетить Молдову в ответ на ее просьбу оказать помощь в разработке реформы юстиции уже к концу августа, и власти рассчитывают на его помощь. Многие обратили внимание на то, как Саакашвили заявил: «Не хочу, мол, быть премьер-министром по вызову». Стоп. А ведь никто ему премьерство и не предлагал. Сложно себе представить, чтобы Майя Санду вдруг взяла бы, да и уступила ему пост главы правительства. Возможно, именно в этом причина неприезда Саакашвили в Молдову. А возможно, в том, что партнеры блока АКУМ по правящей коалиции и лично Игорь Дадон категорически выступают против привлечения зарубежных специалистов на ключевые государственные посты в Молдове. И это одно из многочисленных противоречий, которые начинают проявляться все сильнее и, в принципе, характеризуют деятельность правящей коалиции. Противоречия, которые все труднее и труднее скрывать. Итак, в то время как Майя Санду призывает привлекать иностранных специалистов на ключевые должности в Республике Молдова, президент Игорь Дадон выступает против этого. Глава государства отметил, на них будут продвигаться только молдавские граждане. Об этом Дадон заявил в интервью информационному агентству ТАСС. Столь категоричное заявление Игорь Дадон сделал в ответ на вопрос журналистов о намерении премьер-министра Майи Санду пригласить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и экспертов из его команды внести свой вклад в реформирование молдавского правосудия. К тому же ранее Санду предлагала назначить человека из-за рубежа в качестве генерального прокурора. Дадон же заявил следующее, цитата: «Саакашвили на это уже ответил на одном из украинских телеканалов, что он не из тех, кто выезжает по вызову. А если серьезно, то пока я президент, а поддерживающая меня партия социалистов входит в правящую коалицию, на ключевые должности в руководстве страны будут продвигаться только молдавские граждане. В противном случае мы превратимся в государство с внешним управлением. Как показывает опыт некоторых стран, ничего хорошего в этом нет. Уверен, большинство молдавских граждан согласятся со мной». Конец цитаты. Страшно подумать, как быстро развалился бы правящий альянс, метко названный депутатом партии ШОР национал-социалистическим, если бы не внешние подпорки. Игорь Дадон и ПСРМ отдали идеологическим антиподам из блока АКУМ не просто все важнейшие должности в стране, но и политическую инициативу. Всем сегодня понятно, несмотря на номинальный статус президента, Игорь Дадон страной не руководит. С его подачи главой государства сегодня является Майя Санду. Дадона эта ситуация угнетает. Особенно в свете ее заявления о том, что должность президента ее пока не интересует.
Это тревожный сигнал для Дадона, поскольку Санду может заинтересоваться президентским постом аккурат перед выборами главы государства. И Дадону, который вынужден играть вторым номером, просто нечем будет на это ответить. Вот он и рискнул пойти в атаку на партнеров, рискуя раскачать утлую лодку правящей коалиции. Игорь Дадон заявил, что недоволен работой некоторых министерств, но пока закрывает на это глаза, а также попросил и депутатов от ПСРМ относиться снисходительно к своим коллегам. Если кто-то думает, что мы отдали все министерства, они теперь такие великие правители, могут делать различные заявления, я хочу напомнить им, что у них есть только 26 мандатов, а не 51 и не 35, как у социалистов. Поэтому мы можем двигаться вперед только сообща. Не думайте, что только их партии нуждаются в чем-то. Социалистам тоже необходимо решать проблемы своих избирателей. И вот когда наши коллеги по коалиции это поймут, мы сможем идти дальше. У меня накопились вопросы ко многим министерствам. По словам Игоря Дадона, некоторым новым министрам не хватает опыта, поэтому им помогают советники президента и депутаты от ПСРМ. Кроме того, глава государства жалуется, что депутаты от блока АКУМ не поддерживают социалистов в том, чтобы отменить так называемый закон о миллиарде, согласно которому возврат денег, выведенных из банковской системы страны, ложится на плечи граждан Молдовы. Мы хотим отменить этот закон. В коалиции с нашими партнерами это не удается. Они против этого. МВФ также все еще против. Позиция ПСРМ и президента не изменилась. Как только у нас будет необходимое количество голосов в парламенте, мы будем обсуждать этот вопрос конкретно. Президент также подчеркнул, что депутаты-социалисты пока закрывают глаза на некоторые действия своих коллег из АКУМ. Но если депутаты из политического блока продолжат так поступать, то шанс на совместное движение вперед может быть упущен. Соглашение о создании коалиционного большинства между депутатами от ПСРМ и политическим блоком АКУМ было подписано 7 июня. При этом вопрос об отмене закона о миллиарде в этом документе не фигурирует. Судя по всему, Молдову ждет очередной рукотворный политический кризис, развал альянса и досрочные выборы. Лидеры блока АКУМ прекрасно просчитывают риски, связанные с пребыванием в союзе с прокремлевскими социалистами. Попользоваться ими временно – одна история, а формировать устойчивое правление – совершенно другая. Временное правительство – оно и есть временное. Никаких перспективных целей развития оно перед собой ставить не может. Майя Санду заявила, что в Молдове проевропейское правительство и европейская интеграция являются базой для работы нынешнего руководства страны, а соглашение об ассоциации с европейским сообществом – самым важным документом. На вопрос о том, как планируется сохранить европейский вектор, учитывая то, что проевропейски настроенные депутаты АКУМ работают в коалиции с социалистами, которые не скрывают своей пророссийской направленности, Майя Санду заявила, что решение о коалиции с социалистами было вынужденным, так как политический режим в Молдове нужно было срочно менять. Потому что люди хотели жить в свободной стране и так далее. И из-за этого мы пришли к этой нелегкой решению, чтобы создать временные или подписать временные соглашения с социалистами, чтобы почистить государственные органы от влияния олигархической системы. Все должны знать, что депутаты блока АКУМ, и депутаты социалистической партии проголосовали не только за мою команду, но и за программу правительства. А в программе правительства написано четко, что основа для нашей деятельности – это соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. В то же время на вопрос, не боится ли нынешнее правительство того, что очистка от олигархического режима может стать временной передышкой, так как некоторые социалисты работают с российскими бизнесменами, которые гораздо богаче и влиятельнее Плохотнюка, Майя Санду заявила, что такие риски всегда есть. И поэтому сейчас нужно стремиться к реформированию некоторых институтов в государстве. Тем более, что союз ПСРМ-АКУМ временный, и Молдову, скорее всего, ждут досрочные выборы. Я вообще думаю, что у нас будут досрочные выборы. Нельзя сейчас сказать, когда эти досрочные выборы произойдут. Я знаю, как долго строятся государственные институты. В то же время я считаю, что за несколько месяцев можно почистить эти государственные институты.
а потом еще хотя бы несколько месяцев нужно для того, чтобы там оказались люди, которые смогли бы начинать реформирование изнутри системы, потому что мы этого хотим. То есть я бы хотела, чтобы это правительство продержалось хотя бы год. Майя Санду также заявила, что стоявшие у власти партии, называвшие себя проевропейскими, плохим правлением дискредитировали европейскую модель управления страной. И цель нынешних проевропейских сил – показать людям, что такое европейская модель развития и повысить поддержку европейского курса страны. Ну а снова вернемся к внутреннему вектору политического развития Молдовы. Новая метла по-старому метет. Руководство страны сменилось, а нравы остались прежними. Была когда-то в Молдове прекрасная практика, соответствующая рекомендациям европейских структур, отдавать контрольные функции в государстве представителям оппозиции. С нею покончено. В Центризбирком избраны только свои. Членом Центризбиркома Молдовы по квоте президента стал советник Игоря Дадона и брат депутата-социалиста Максим Лебединский. Также в Центральную избирательную комиссию вошли бывший адвокат Андрей Настасия, юрист Павел Думитру и доктор права Дарин Чемиль. Парламент на уходящей неделе утвердил в должностях трех новых членов ЦИК, которые сразу были приведены к присяге. И еще одно важное кадровое решение этой недели. Отныне президент Игорь Дадон по предложению Высшего совета прокуроров будет назначать исполняющего обязанности генерального прокурора до проведения конкурса и до назначения его указом президента. Соответствующий законопроект был утвержден на уходящей неделе парламентом уже в двух чтениях. Проект подвергся резкой критике со стороны оппозиции, которая заявила, что большинство парламентариев пытается злоупотребить властью. Да и вообще взаимоотношения между оппозицией и властью лишь накаляются. Вместо конструктивного диалога – постоянные нападки и прессинг. Так оппозиция характеризует атмосферу в парламенте страны. Оппозиционные фракции указывают правящему большинству на прорехи и недоработки в законопроектах, скроенных чаще всего в спешке, без просчета последствий, но к ним никто даже не прислушивается. Получается, новая власть ничуть не лучше той, которую они так критиковали. Об этом в комментарии нашему телеканалу говорит и вице-председатель партии ШОР, депутат парламента Марина Таубер. Мы с самого первого заседания на нашем брифинге мы объявили о том, что мы, да, являемся оппозицией, но будем ответственной и конструктивной оппозицией. Сегодня мы это в очередной раз показали. И тем людям, которые голосовали за нас, и всем гражданам Республики Молдова, показали и доказали это. Сегодня было несколько инициатив, которые были предложены парламентским большинством. И несмотря на то, что мы в оппозиции, мы проголосовали за. Могу даже сказать, что с нашей стороны было очень много рекомендаций либо технического, либо характера на улучшение данных за законодательств. Но и могу сказать, что с нашей стороны были слова искренней похвалы. То, что касается закона номер 52 о контроле по табакоизделиям, господин депутат Дан Перчун произнес очень вдохновляющую речь. Я сама за здоровый образ жизни. Я в прошлом спортсменка. Говорят, что бывших спортсменов не бывает, поэтому я была в восторге от энтузиазма и энергии, которую сегодня он передал всем депутатам парламента. Как и я, так и вся фракция партии ШОР и весь наш коллектив, мы поддерживаем здоровый образ жизни, мы за здоровье нации. И в данном контексте даже предложили всем депутатам парламента поаплодировать Дану Перчину, так как действительно, такие инициативы важны. Также сегодня несколько инициатив, связанных с такими, как приватизация публичных собственностей 2013-2019 год, получила поддержку от фракции партии ШОР, несмотря на различные спекуляции в данном контексте. Проект номер 44 о патентах также получил нашу поддержку. И хочу сказать, что законопроект, также касающийся патентов, который был представлен господином Новаком от социалистов, получил бы нашу поддержку. Хотя я прекрасно понимаю, что
мы не играем роль в количестве голосов. Тем не менее, я думаю, что парламентскому большинству получать голоса от оппозиции достаточно важно, в том числе и перед международными партнерами, как это их очень сильно заботит, насколько я понимаю. Но господин Новак настолько агрессивно и некрасиво себя вел в очередной раз, переходя на личности, упоминая персоналии. И у меня возникло такое ощущение, что данный законопроект был им представлен только для того, чтобы нажить какого-то дешевого пиара и вынести ряд обвинений ряду депутатов, вне зависимости из каких фракций и из каких партий. Мы считаем, что такое поведение неприемлемо. Трибуна парламента должна использоваться для конструктивных предложений, для законотворчества, для представления данных законопроектов. Но если она используется только лишь для того, чтобы получить свободный прайм-тайм, так скажем, это должно быть отмечено руководством парламента. Сегодня я обратилась и к госпоже Гречаной о том, чтобы был наведен порядок, потому что постоянные нарушения регламента — это ненормальная ситуация, а они происходят. Хочу отметить, что несмотря на то, что некоторые проекты получили нашу поддержку, мы до сих пор недовольны тем, как эти проекты за ночь, как говорится, пишутся, предоставляются парламентом, иногда в очень убыстренном режиме голосуются сразу в обоих чтениях. Опять же, большое количество ошибок никогда не будет на пользу гражданам, потому что данные прорехи будут давать о себе знать. В этом контексте мы, конечно же, против, либо воздерживаемся таких голосований. Что было сегодня очень интересно, представленный законопроект господином Цурканом о рекомендациях парламента различным публичным органам, в том числе и в первую очередь следственным, также получил нашу поддержку, несмотря на то, что данный законопроект больше спекулировался где-то, может быть, в наш адрес. Я прокомментировала господину автору данного законопроекта, что фракция партии ШОР является в первую очередь заинтересована в прозрачном следствии и в том, чтобы виновные были наказаны, и в том, чтобы наконец-таки спекуляции на тему нашего председателя и также моих коллег из фракции прекратились. Также в связи с данным законодательством, которое, опять же, мы поддержали, я обратилась к депутатам за тем, чтобы контроль, как выразился господин Цуркан, не превращался в давление, которое уже на сегодняшний день ежедневно, вернее, когда есть заседание парламента, оказывается на депутатов. И чтобы депутаты из парламентского большинства все-таки не путали статус депутата со статусом прокурора, следователя или судьи. Для этого есть компетентные органы. Если парламент что-то хочет рекомендовать, это не должно быть в той жесткой форме, которая проявляется это уже сегодня. Что хочется попросить и у парламентского большинства, потому что на сегодняшний день, будучи парламентским большинством, это не только возможность голосовать и править страной. Это еще ответственность за данную страну и ответственность за имидж администрации страны, за имидж парламента Республики Молдова перед избирателями, перед людьми, которые живут в нашей стране и, конечно же, перед международными структурами. Поэтому очень бы хотелось, чтобы такие почти бандитские наезды, например, господина Новака, все-таки прекратились, чтобы госпожа Гречаной, которую я заметила уже не один раз делала ему замечания, все-таки сделала это на уровне фракции, и мы перешли к конструктивной работе, обсуждение законов и обсуждение конкретных предложений. Хочу сказать, что в рамках партии и фракции ШОР работает очень сильная команда юристов, поэтому мы всегда сможем быть полезны своими предложениями, и парламентскому большинству стоит сосредоточиться на данных предложениях, а не на уколах постоянно в наш адрес. В парламент мы приходим для того, чтобы это слушать, потому что, в принципе, мы не обязаны это, а мы приходим работать и делать именно то, что ждут от нас те люди, которые проголосовали за нас. Более 117 тысяч.
И еще об атмосфере, царящей в законодательном органе. На этой неделе лидер нашей партии Ренат Усатый, в очередной раз вернувшийся в Молдову, всеми силами старался привлечь к себе внимание, уже традиционно щеголяя доступом к чужим секретам. Во время брифинга, прошедшего в начале недели, Усатый заявил о том, что правящий альянс оказывает давление на некоторых депутатов, чтобы получить конституционное большинство в парламенте. По его словам, уже через несколько дней некоторые независимые депутаты, а также представители ДПМ откажутся от своих мандатов. Таким образом, по версии Усатого, правящее большинство стремится получить большинство конституционное, а оно им нужно, чтобы отменить президентские выборы и вернуться к тому, что глава государства назначается парламентом. По мнению Рената Усатого, такими действиями нынешняя власть все больше напоминает предыдущее руководство страны. Бывший премьер Бельс не называет имен тех, кто оказывает давление на депутатов, однако утверждает, что некоторых законодателей шантажируют, заставляя сложить мандаты. Среди прессингуемых – депутаты от Демпартии и еще три независимых парламентария. Значит, кто-то из Кагульских должен подать в отставку по этой же схеме. Ну, плюс еще пугают двух-трех плохишей. Рената Усатый заявил, что фракцию Демократической партии покинут 8 депутатов. Все это делается для того, чтобы организовать досрочные выборы в одномандатных округах, где, по мнению Усатого, победят люди, угодные нынешнему парламентскому большинству. Таким образом, альянс ПСРМ АКУМ хочет получить 67 мандатов для того, чтобы изменить Конституцию и вернуться к прежней процедуре, когда президента назначает парламент, а не выбирают граждане страны, как сейчас. И Игорь Дадон, и Майя Санду не хотят прямых президентских выборов. Мне не нравится то, что мы начинаем не сильно отличаться от тех, которые ушли. И вот это как бы минус. В то же время демократы заявили, что Усатый может говорить все, что угодно, а фракция ДПМ не распадается. Мы связались также с депутатом от блока АКУМ Александром Слусарем, который сказал, что большинство не будет прибегать к методам давления на других депутатов и не примет переходящих из партии в партию парламентариев. А реакцию депутата от партии социалистов Фиона Чебана на эту ситуацию нам получить не удалось, так как он не ответил на наше обращение. К слову, на этой же неделе парламент таки лишился одного депутата. Что называется, совпадение? Не думаю. Независимый законодатель Виорил Мельник сложил свой мандат. В ходатайстве об отставке он заявил, что нынешняя правящая коалиция ведет политику мести и ликвидации. Виорил Мельник подчеркивает, что роль независимых депутатов сводится к нулю, и он не видит необходимости присутствовать в этом законодательном органе. Отмечу, что в данном случае в избирательном округе, в котором он был избран, будут проведены досрочные выборы. И еще об одной сенсации с участием Усатого, но только это едва ли входило в его план пиара. Как сообщается, лидер нашей партии давал деньги бывшему главе органа гражданской авиации страны Молдавии Сарину Стати для того, чтобы обвинить нескольких высокопоставленных лиц из окружения демократов в контрабанде. Об этом сообщает новостной интернет-портал, опубликовавший также фотографию, на которой Усатый и Стати запечатлены вместе. Для комментария ситуации мы связались с Сарином Стати, однако он отказался что-либо говорить по телефону и предложил вместо этого почитать его комментарии по данному вопросу в соцсети. С бывшим премьером Бельс, политиком Усатым, поговорить и вовсе не удалось. А в пресс-службе партии, которую он возглавляет, заявили, что он уже дал интервью другому частному телеканалу и отказались отвечать на наши вопросы. Даже опубликовали. Новостной портал «Телеграф.МД» сообщает, что Ренат Усатый и Сарин Стати встречались в Кишиневе всего несколько дней назад. И якобы тогда Сарин Стати получил от Рената Усатого деньги и инструкции о том, как сделать шокирующие заявления о предполагаемых коррупционных действиях чиновников в окружении лидера демократов Влада Плохотнюка. Экс-директор Молдавии при этом признался журналистам портала, что действительно виделся с Усатым, но отрицает, что получал от политика какие-либо деньги, а тем более указания. Наши корреспонденты также связались с Сарином Стати, однако он отказался комментировать ситуацию и предложил почитать его публикации в соцсетях. Скоро я получу все видеозаписи, которые были сделаны в том месте, где мы встречались, и опубликую их, чтобы все смогли увидеть, насколько был толстым тот несуществующий конверт. Лидер нашей партии Ренат Усатый пока никак не отреагировал на обвинения, а пресс-служба политформирования заявила, что их руководитель уже дал интервью по этому поводу другому частному телевидению, и вскоре выйдет программа, в которой прозвучат все ответы Усатого на обвинения. Мы не смогли дозвониться и до пресс-секретаря Демократической партии Виталия Гамурари, однако депутат от ДПМ Серджио Сырбу заявил, что вся эта информация – подделка, а сама ситуация имеет явную политическую окраску. Напомним, имя Сарина Стати начало мелькать в последнее время в прессе после того, как он выступил с обвинениями в незаконных действиях в адрес нескольких человек из окружения лидера Демпартии Влада Плохотнюка. Это заявление он сделал в эфире одного из частных телеканалов. Также бывший директор органа гражданской авиации Молдавии обвинял в причастности к контрабандным схемам и бывшего заместителя главы Генинспектората полиции Георгия Ковклюка.
еще о происходящем на политической арене Молдовы. В отечественной политике может появиться новое политформирование. Об этом заявил экс-депутат парламента от партии коммунистов, бывший советник третьего президента Владимира Воронина Марк Ткачук. Он объявил, что возвращается в политику после 5-летнего перерыва. Марк Ткачук, бывший идеолог партии коммунистов Молдовы, считает, что его возвращение в политику создаст конкурентную атмосферу, которая позволит политическим партиям сражаться на равных. Более того, экс-депутат заявил, что не присоединится ни к партии коммунистов, которой он принадлежит, ни к каким-либо другим существующим партиям, но вместе с несколькими коллегами, имена которых он пока не называет, создаст новое политформирование. Присоединяться нам, собственно говоря, не к чему. Вот, новое вино в старые меха, как известно, не наливают. Это будет кропотливое создание нового политического формирования. У нас совершенно будет другая технология в части презентации собственных подходов и идей. Мы не ищем конкурентов, мы ищем союзников. Что касается встречи с вице-премьером России Дмитрием Казаком, Ткачук сообщил, что это была короткая дружеская встреча, и все, что появилось в прессе, просто заблуждение. Конечно же, я встречался с Дмитрием Николаевичем Казаком. Это было публично на террасе отеля «Рэдисон» в присутствии большого количества посетителей. Длилась эта встреча недолго, и обсуждали мы то, что, в общем-то, случилось в 2003 году. Вот. Утром я улетел в Москву по своим академическим вопросам. Там я узнал о том, что, оказывается, была встреча Ткачука с Козаком, на которой мы обсуждали политические проекты. Я это опроверг. Спустя несколько дней после того, как Марк Ткачук заявил, что может вернуться на политическую арену, аналогичное заявление сделал и его бывший коллега от ПКРМ Юрий Мунтян, который также объявил, что может снова участвовать в политической деятельности. Будут ли они частью одной политической партии, еще только предстоит узнать. Напомним, ранее Марк Ткачук объявил, что навсегда уходит из политики. Такое заявление он сделал 11 сентября 2014 года в интервью одному из молдавских информагентств. Ну а следующее громкое событие уходящей недели сколь неоднозначное, столь же и казусное. Лидер рунгенского отделения платформы «Достоинство и правда» попытался сбежать из зала суда и выбрал довольно необычный способ. Георгий Петик, возмутившись решением судей, буквально пошел по головам. При помощи сторонников Петик перепрыгнул через барьер с скамьи подсудимых и вышел из здания суда. Выбежал к своим сторонникам, протестующим, с криками, цитата, «Я не хочу быть в тюрьме». Напомним, 20 марта Георгия Петика приговорили к 3 годам лишения свободы по делу об изнасиловании. Вскоре против него было возбуждено еще одно дело по обвинению в хулиганстве. Теперь ему грозит еще 7 лет тюрьмы. Своеобразно на этот неординарный шаг отреагировал министр внутренних дел Андрей Настасий. Он сказал, что по-человечески понимает Петика. Странная оценка для побега обвиняемого из зала суда от представителя правоохранительных структур. Что касается суда, он классифицировал действия Петика как вмешательство в свою работу и давление на судейский состав, а также заявил, что генеральный инспекторат полиции не обеспечил надлежащим образом общественный порядок при рассмотрении дела. Перейдем к другим важным темам уходящей недели. У родственников, соседей или в школах так живут уже почти месяц семьи из обрушившегося дома в городе Атаки. Обещания, о которых заявляли власти, так и остались лишь словами. Сейчас уже никого не волнует, что люди до сих пор остаются без крыши над головой, пострадавшие в полном отчаянии. Обычная гора камней. Именно так выглядит дом, в котором совсем недавно жили 10 семей. Все, что они нажили непосильным трудом, превратилось в пыль, и лишь вещи, которые виднеются из-под завалов, напоминают, что тут когда-то жили люди. Где теперь жить тем, кто остался без крыши над головой? Прошел почти месяц со дня, когда рухнула часть дома в Атаках, но жители разрушенных квартир до сих пор скитаются по родственникам, друзьям и соседям. Семья Варвары Плешко, например, обратилась к родным, которые живут в частном доме. Приходится тесниться 8-м в одной комнате и спать на полу.
И вот кухня тут такая. Вот такая маленькая тушка. Удобства нет внутри, туалет нет, того нет. Вот. А это ваша дома? Вот воду берем от соседей, воды нету. Я с мамой инвалидкой первой группы, с детьми, с отцом пенсионером. Сложнее всего маме Варвары Плешко. Из-за проблем со здоровьем женщина плохо ходит, поэтому дальше двора уйти не может. Единственное, что ее сейчас радует – теплые летние дни, которые позволяют больше времени проводить на улице. Из-за того, что места в доме не хватает, семья завтракает, обедает и ужинает под открытым небом. Я больная, я не могу, мой дом развалили, у меня все осталось там, что, что хочешь. Я вышла вот так, голая. Я скажу спасибо этим девочкам, что меня притулили здесь. Я больная, я не могу никуда идти, ни на улицу, нигде, никому пожаловаться не могу. Евгения Берку вместе со своей дочерью уже почти месяц живет в одной из школ в Атаках. Ее квартира не пострадала при обрушении части дома, но для обеспечения безопасности жителей эвакуировали все здание. Семья успела забрать из квартиры только 2 цветочных горшка и пару вещей. С дочкой, а сын уже пошел в другую сторону жить с невесткой, потому что нема где жить, не дают нам жить там пока. Пока тяжело, очень тяжело, конечно, хочется домой, знать как-никак. В такой же сложной ситуации оказалась еще одна женщина. Почти 26 лет она жила в доме, который неожиданно для всех рухнул. Ее с тремя детьми приютили соседи. Скажите, пожалуйста, сколько я могу скитаться вот так по дорогам? Сколько? На старости лет я такого скитаюсь. Я не могу умереть спокойно в своем доме. Женщина говорит, что ежедневно ей обещают, что помогут. Только помощь никак не поспевает. А обещания остаются пустыми словами. Мы до сих пор на дороге. Результата никакого нету. Говорили той пятнице, мы пришли, результата никакого нету. Пришли этой пятнице, вот прошлой пятнице, результата никакого нету. Вот сейчас на пятницу, на послезавтра опять же нас пригласили. Какой, за что вы нас вызываете, если вы не решили эту проблему? Майя Санду нам говорила, что нам дают вот за трехкомнатную 15 тысяч евро, за двухкомнатную 12-13 тысяч евро дает. А нам ничего не дают. Нам ничего, пока что мы ничего не видели. Уже месяц, только 1500 на человека дали. Прошу вас, вот Майя Санду, она человек, она же женщина, понимает все. Вы же обещали. Вы нам обещали за 10 дней. Нам это вот мы вам не говорили, что за 10. Давайте заходим нам за месяц. Месяц люди должны, сейчас зима, сейчас холод. Помогите им людям, вы помогите. Примар Атак Василий Трагера на вопрос нашего корреспондента, какая помощь была оказана пострадавшим разрушенного дома на сегодняшний день, отвечать отказался. Напомним, премьер-министр Майя Санду приехала в Атаки спустя неделю после обрушения многоквартирного дома. Позже пострадавшим обещали дать материальную помощь для приобретения новой жилплощади, но до сих пор никто этого не сделал. Также Санду говорила, что эксперты посчитают все расходы на постройку нового многоквартирного здания, взамен дома, часть которого обвалилась 19 июня. И еще наболевшим, но уже у значительно большей части нашей страны. Фермеры северных регионов, скорее всего, останутся без дохода в этом году. Дождь и град, которые прошли этим летом, нанесли серьезный ущерб будущему урожаю. В результате неблагоприятных погодных условий пострадали сотни гектаров подсолнечника, пшеницы, кукурузы, сои, а также яблоневые, вишневые и сливовые сады. Фермеры с горечью рассказывают, что дожди в этом году уничтожили весь их труд. Виктор Варварович из села Унгурь Окницкого района владеет яблоневым садом. Сельским хозяйством занимается уже 15 лет, но считает, что за эти годы впервые непогода так значительно повредила его сельхозугодье. Никогда ранее осадки не были такими разрушительными. Дожди были такие, что невозможно было заехать сюда, в этот сад. Вот, яды брали из Покровки. И был агроном, были все, но ничего не могли сделать. Спасти ничего никак невозможно было. Для возделывания сада Виктор в этом году взял кредит, но теперь не уверен, что сможет вернуть деньги.
возможности, чтобы вернуть хотя бы деньги, такой нету. Не знаю, как соки будут, если соки хоть будут, что-нибудь, чтобы хоть половину вернуть затрату. Все произошедшее наводит на мысль о том, стоит ли вообще заниматься сельским хозяйством, говорит Виктор. Это требует больших инвестиций, но нет гарантии, что бизнес принесет прибыль. Здесь люди, много очень людей пострадали в этом году. Везде, где бы ни зашли в сад, у нас был везде град. Есть там еще одно место, яблоко вообще невозможно увидеть. Половину яблока нет. По информации местных властей Охнинского района, майские, июньские и июльские осадки нанесли ущерб 12 сельхозхозяйственным угодьям, из которых 8 пострадали очень серьезно. Пострадали около 800 гектаров подсолнечника, 250 гектаров кукурузы, 480 гектаров пшеницы и 432 гектара сои, из которых 60 гектаров были засеяны повторно. Из-за ущерба на этих площадях пострадали 90-95% растений. Также получили ущерб 5 гектаров сахарной свеклы, 17 гектаров овощей и 34 гектара люцерны. В Охнинском районе уничтожено около 900 гектаров яблоневых, черешневых, вишневых и сливовых садов. 19 июля должна состояться встреча с фермерами, чьи угодья пострадали. Специальная комиссия посчитает убытки каждого агрария и обратится за помощью в правительство. На данный момент ущерб оценивается в 48 миллионов леев. Согласно данным, представленным генсекретарем Министерства сельского хозяйства Юрием Ушурелу парламенту, в этом году от неблагоприятных погодных условий пострадали более 38 тысяч гектаров сельхозугодий. Другим темам. Финал резонансного преступления. Помощница воспитателя, задушившая годовалую девочку из молдавской семьи в детском саду Израиля, признана виновной в неумышленном убийстве. Прокуратура требовала наказания в виде 20 лет тюрьмы. Однако окружной суд в израильском городе Лод приговорил няню к 17 годам и 18 месяцам заключения. Кроме того, няня должна будет выплатить более 33 тысяч долларов компенсации родителям убитого ребенка. Возле зала суда в воскресенье 14 июля группа людей, которые пришли поддержать родителей убитой девочки, провели митинг. Во время вынесения приговора присутствующие в зале скандировали «убийца». Когда судья зачитывал обвинительное заключение с описанием обстоятельств преступления, люди плакали. Приговор был вынесен в рамках юридической сделки, согласно которой Инна Скибенко признала себя виновной в умышленном убийстве девочки по имени Ясмин. Она также призналась и в ряде других эпизодов нападения на детей. Владимир Винта, отец убитой малышки, выразил разочарование приговором. По его мнению, няня должна была получить более суровое наказание. Напомним, гибель годовалой Ясмин Винта в детском саду Израиля потрясла весь мир. На основе записи камеры наблюдения была восстановлена картина преступления. Инна Скибенко ежедневно наносила малышам телесные повреждения различной степени тяжести. В день смерти Ясмин няня сначала схватила малышку за руку, подняла в воздух, потрясла, а затем бросила на матрас возле другого ребенка. Потом накрыла головы обоих детей толстым покрывалом, обмотала вокруг их лиц и легла сверху. При этом обвиняемая держала в руках мобильный телефон и просматривала его. Накрытые дети попытались выбраться, но в ответ на их движение няня еще больше навалилась на них, не давая им высунуть голову из-под одеяла. Лишь через 10 минут она поднялась. Увидев, что малышка Ясмин не реагирует, обвиняемая снова накрыла ее покрывалом с головой и опять погрузилась в свой мобильный телефон. В таком состоянии ребенок пролежал еще 1 час 50 минут, пока девочку не обнаружили уже без признаков жизни. И еще о трагедиях с детьми, потрясших всю страну. В детской инфекционной больнице Кишинева скончался 11-летний мальчик, который был госпитализирован с лихорадкой и галлюцинациями. Врачи диагностировали у него бешенство. Накануне подросток впал в кому, и спасти его медикам не удалось. По словам медикам, за ребенком присматривала женщина, которая не обратилась своевременно в больницу. Собака покусала мальчика еще около месяца назад, когда он был в детском лагере. Однако тогда рану просто обработали и не придали этому значения. Симптомы заболевания у ребенка появились 12 июля. Состояние сильно ухудшилось буквально за несколько часов, и в больницу мальчик поступил уже с лихорадкой и галлюцинациями, а после впал в кому. Заболевание было диагностировано, и все знают, чем оно заканчивается. Это неизлечимая болезнь.
Врачи напоминают, если вас укусило животное, нужно немедленно обращаться в больницу. При этом переносчиками вируса могут быть не только дикие или бродячие животные, но и домашние питомцы. Наиболее опасны укусы в руки, голову и шею. Бешенство – серьезное инфекционное заболевание, передающееся от позвоночных животных человеку. Это вызывает нейротропный вирус, который прикрепляется к клеткам головного мозга. Начинается необратимый менингоэнцефалит, который может привести к летальному исходу через 5-20 дней. Инкубационный период вируса длится 4-6 недель. Это значит, что в течение полутора месяцев после того, как человек заразился, он может не испытывать никакого дискомфорта, потому что симптомы заболевания в этот период не проявляются. Первыми признаками бешенства являются боль и онемение в месте укуса. Также появляется жар, кашель или сухость в горле, жжение, зуд, боль в животе и беспокойное состояние, которое может внезапно перерасти в стадию крайнего возбуждения. Между тем, министр здравоохранения Алла Немиренко прокомментировала ситуацию с умершим от бешенства 11-летним мальчиком. Она заявила, что в связи со смертью ребенка было начато следствие. По словам главы Минздрава, уже получены результаты анализов из одной из лабораторий Франции, специалисты которой также подтвердили, что умерший мальчик был заражен смертельным вирусом бешенства. Алла Немиренко также отмечает, что ребенок находился в контакте с животными постоянно, и очень трудно установить, когда именно он заразился бешенством. К слову об экстренных случаях и спасении жизни. 60% звонков в службу 112 ложные. Это значит, что около 7 тысяч молдаван безответственно шутят по телефону или звонят не по делу. Операторы экстренных служб говорят, часть из тех, кто отвлекает их внимание, дети, играющие с телефонами, или пожилые люди, которым просто хочется поговорить. Можете ли вы проверить мой интернет? Я дал скисшее молоко котенку, и ему плохо. Или я поздравляю вас с сегодняшним праздником. Вот лишь некоторые из вызовов, принятых операторами экстренных служб 112. По словам этих сотрудников, подобные звонки негативно отражаются на их работе, поскольку они занимают линию. И в то время как одни шутят по телефону, другие могут лишиться жизни. К сожалению, у нас есть абоненты, которые звонят только с этой целью, даже сегодня. Просто поругаться. Мы, конечно, понимаем, что когда у человека возникает проблема, он может начать общаться грубо с третьим лицом. Но есть и те, кто звонят непосредственно, чтобы просто поругаться. Такие звонки с оскорблениями и грубостью очень влияют на нашу работу на самом деле. По статистике, более 60% всех звонков, поступивших в службу 112 в первой половине этого года, были несрочными или, что называется, ложными. Мало того, был и неординарный случай, выходящий за рамки разумного. Некто позвонил более 16 тысяч раз. Но поскольку звонки были сделаны не с сим-карты, а с телефона, номер которого не определяется, выявить телефонного хулигана так и не удалось. Также до сих пор люди могут звонить просто, чтобы решить технические проблемы с телефоном или чтобы проверить качество связи. Алло, бунасара. Бунасара. Кума озит? Поптим. Кума озит, нормал? Да, порбит. Все, вам усумим, гейник, я проверю с телефоном. Все, усумим. Чели буня? Unul, doi, ce urgent aveți? Bună ziua! Bună seara! Ați controlat internetul? Ați telefonat la ambulanță, poliție și pompieri. Sunat 1181, doamnă, sănătate! Mulțumesc! Или бывает, что службу 112 путают с ветеринарной. Bună seara! Eu am vrut să vă întreb salvarea veterinară dacă spați pentru un motanaș. Nu este așa, companie. Este așa serviciu? Nu este. Dar ce să facem cu un motanaș? Noi am dat lapte în acrit și el... Ce vârstă ai? E rău. E rău. Are 3 zile motanaș. Tu ce vârstă ai? Eu 33. 33 de ani? 112 este atunci când viața omului este pusă în pericol. Dacă nu aveți urgență, să ne uită spre un alt apel. Сотрудники призывают всех граждан звонить по номеру 112 только в экстренных случаях. Операторы, диспетчеры скорой помощи, пожарные и полиция обращаются к гражданам с просьбой не злоупотреблять этим единым номером службы экстренной помощи, а звонить лишь если их жизнь, а также безопасность окружающей среды, государственной и частной собственности что-либо угрожает. Итак, звонить нужно только в том случае, если вам срочно понадобились медики, полицейские или пожарные. Также сотрудники службы напоминают, что в Кодексе о правонарушениях Республики Молдова предусмотрено наказание за умышленно ложный вызов. Такое была минувшая неделя в Молдове. Спасибо, что этот час провели вместе с нами. В студии итоги уходящих 7 дней подводила я, Олеся Коряк, вместе с моими коллегами с Центрального телевидения. Удачных вам оставшихся выходных и до встречи в эфире.